Ульяновские школьники собрали семейные реликвии и получили возможность участвовать во всероссийском конкурсе. А пока определили победителей и призеров регионального этапа. По замыслу организаторов, конкурс творческих работ должен приобщить подростков к традициям семьи, общества и государства, а также помочь в изучении исторического прошлого и культурного наследия страны. Заявки подали 160 школьников из 24 муниципалитетов. Лучших выбрали в двух номинациях – сочинение, рассказ, эссе и мультимедиа. Участники делились на две возрастные категории – младшая группа с 7 до 12 лет, старшая до 17. В номинации мультимедиа победителем признан выпускник лингвистической гимназии Платон Горкин. Например, чемодан моего прадедушки Руделева Василия Ивановича, который участвовал в военных действиях Великой Отечественной войны. Там находится очень много реликвий, которые мы очень бережно храним. Это и карты, и фотографии самих военных действий. Итоги всероссийского этапа в конце лета. Сам конкурс приурочен к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Лучшие исследовательские работы представят на выставке семейных реликвий в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.